когда мне хочется рыдать, упасть на пол под резкий хвороста, я не спешу людей взывать. Я просто утешаюсь Господом, когда мне некому пойти. И я живу отдельным островом, где непрестанно льют дожди. Тогда я утешаюсь Господом. Ведь мой Христос здесь на земле все испытал и был выносливым. Он смог и все возможно мне. Когда не властен избежать нежданного кинжала острова, и душ, чтоб сердце бинтовать и утешаться только Господом. Когда мне нужно уходить, укрыть родное пыльной простынью, со скрипом дверь навек закрыть, тогда я утешаюсь Господом. Ведь мой Христос здесь на земле все испытал и был выносливым. Он смог и все возможно мне. Слава Богу.